Интересная семья. 8-9 градусов. Солнца нету. И отдельные пчелы спокойно летают. Надо будет посмотреть, как она будет по злобливости, по миролюбию. Возможно, от этой семьи взять и вывести маток. Прикиньте, везде снег, а они уже летают. И реально что-то нашли и что-то носят. И возвращаются. Очень интересная семья. Надо будет на нее обратить внимание. Явно пчела возвращается и куда-то вылетает. И холод им совсем не помеха. Да, интересные пчелы. Но это вот краинка. Очень интересная пчела. Остальные все пчелы сидят. Это одна такая семья. Может, еще одна. Так пасека сидит тихонько все. Солнца нету, все сидят. Ну и плюс 8, плюс 9, это же не температура для того, чтобы летать.